там стоит, там уже сесть не может, да. Сколько тебе? 30 плюс. Ну ладно. Ну как? Ну хорошо, как тебе живется? Хорошо, спасибо. Вашими молитвами, спасибо. Ну что, благословим, да? Андрей, пастор Андрей, можно вас попросить, да? Ну раз у него сегодня день рождения, у него 30 плюс уже сегодня прям. Теперь ты лучше нас понимаешь, нас, взрослых. Давайте прострем наши руки и благословим нашего драгоценного брата, диакона Александра. Дорогой Господь, слава и хвала Тебе, Боже, мы благодарим Тебя сейчас за эту возможность, за эту благость, Боже, за то, что мы знакомы, за то, что Ты когда-то нас познакомил, собрал в одном месте, Боже, с нашим братом Александром. Господь, это Ты знаешь его лично, он знает Тебя лично, Боже. Мы благодарим Тебя за его сердце, Боже, за его жертвенное, чуткое, внимательное сердце, Боже, за его руки, Господь. Боже святый, мы благодарим Тебя и просим, Боже, чтобы Ты благословил его на всех его путях, благословил плоды рук его, благословил его семью, его дом, его потомство, Господь, как Ты обещал, до тысячного колена. Господь, пусть его вера, Боже, не ослабевает, пусть его рвение, Господь, тоже не ослабевает. Господь, пусть вера горит в нем, Боже, пусть он будет благословлен, Боже, на большие Твои дела веры, Господь. Боже святый, пусть его сердце горит, вера не ослабевает, дух пламенеет, Господь, как написано в Твоем послании, Боже. Аллилуйя, Господь, дай ему, пожалуйста, много радости, много благословения, Господь. Дай ему, пожалуйста, видеть Твои чудеса в своей жизни, Господь, каждый день. Аллилуйя, Господь, действуй, пожалуйста, через него, через его руки, через его служение во имя Иисуса. За все благодарим Тебя, превозносим Твое святое имя, молимся во имя Иисуса Христа с любовью и благодарностью. Аминь. И благословение, еще раз с днем рождения. Слава Богу. Я немножко, раз мы закончили пораньше, скажу еще, повторю, да, что у нас понедельник, вторник, четверг, пятница в 6:30 утра здесь молитва. 30-40 минут продолжается. Желательно, чтобы приезжали. Кто не может, пожалуйста, дома в это время тоже молитесь. Посещение обязательно. Вот сразу видно, кто ходит. Особенно для лидеров, да. Среда, 19:00 вечера, у нас здесь молитвенное служение, прославление, молитвенное служение. Пятница, вечер, у нас домашки, да, две молодежные домашки. Суббота после обеда, как это вашу домашку назвать? Сирия. Сирия, да, потому что они молятся за Сирию, да. Ну, вообще, это у кого много детей там собираются. Да. Да, воскресенье у нас в 11 часов, следующее воскресенье тоже собрание. Сегодня у нас, давайте, наверное, в 1:30, да, успеем мы? В 1:30, да, библейский курс. Пастор Андрей готовит тему. Очень серьезная тема. Ты должен решать, да. Короче, к выбору он всех нас подведет. Поэтому рекомендуем, оставайтесь. Вот, сейчас у нас будет вкусный обед. Уля готовит суп. Очень вкусный суп сегодня, куриный, с этими сухариками. Да, слава Богу. Видите, как Бог заботится, чтобы духовная пища была, чтобы физическая пища была. Пастор сегодня, вчера вечером улетел в Турцию, он неделю будет читать лекции в Духовной Академии. Вот поэтому тоже вспоминайте, молитесь эту неделю за него, да, чтобы Бог давал. Самое главное ему за эти дни дать много материала, и чтобы он был именно практический материал, не только теория. Ну что, давайте мы закончим апостольским символом веры.